Правда ли, что все пираньи – кровожадные хищники? Чем опасны морские гребешки и почему не стоит бояться тигровую акулу Соню? Ответы на эти и многие другие вопросы жители и гости Когалыма получают во время экскурсии по местной Атлантиде. Но предположим, вы не успели приобрести билет или просто интроверт, который любит уединение. Спортивно-культурный комплекс «Галактика» следит за последними актуальными предложениями и в очередной раз радует своих посетителей. Аудиогид – это не просто альтернатива физическому экскурсоводу, а уникальная возможность услышать каждый звук Мирового океана, а также сэкономить собственное время. Данный гаджет предполагает один иностранный международный язык – английский. Это для иностранных посетителей, и либо для тех, кто хочет попрактиковать свой английский. Также там предусмотрены и русский, естественно, для тех людей, которые не хотят заказывать экскурсовода, либо не успели, экскурсовод занят, либо хотят просто побыть наедине и очутиться, погрузиться в нашу волшебную атмосферу океанариума и походить самостоятельно, послушать информацию про всех гидробионтов, находящихся в наших аквариумах. Сотни жителей и гостей культурной столицы Югры уже успели насладиться красотами акватики с помощью аудиогида. Кстати, услуга особенно востребована среди блогеров. Изучать и восхищаться сокровищницей мировой океании в каждой капле океанариума акватика теперь можно более комфортабельно и удобно с точки зрения экономии времени. Достаточно просто воспользоваться услугой аудиогид, и ваша экскурсия станет персональной. Никита Рогозин, Николай Гаркуша. Специально для новостей.